1 октября в Национальном парке культуры и отдыха Тувы в рамках международного движения «Спорт для всех» прошла акция «Всероссийский день ходьбы». Цель мероприятия – популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы, которым могут заниматься люди в любом возрасте. Также среди целей проведения дня – продвижение олимпийского движения и ценности олимпизма и пропаганда физической культуры и здорового образа жизни среди населения Российской Федерации. В Туве количество участников составило более 100 человек. Все были награждены грамотами и дипломами. Спорткомплекс имени Ивана Ерыгина объявляет набор в детскую группу с 6 до 16 лет для занятий борьбой, тывахуреш и сумо. Занятия пройдут 3 раза в неделю, по понедельникам, средам и пятницам. Утром с 9 до 10 часов, днем с 15 до 16 часов. Плюс бонус 8 посещений свободного плавания. В месяц 2500 рублей. Тренеры-преподаватели, мастер спорта по сумо на Чинмаге Республики Тыва, чемпион Европы среди юношей, чемпион мира среди юниоров по сумо, трехкратный чемпион Адама среди молодежи Баткар Басан, а также мастер спорта Российской Федерации и Тувы Сайнбелек Шожап.